И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Копатыч, кто-то, и как всегда, очень много подписчиков. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас Биг Сити. Пацанчики, поздоровайтесь. Привет. Сегодня у нас режим, пацаны должны защищать эту ракету с этой ядерной бомбой. Я должен подняться на этот дом и взорвать ее. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. У нас есть аниматроники, которые умеют лазить по стене. Пацаны, вы себе мостик сделали такой? Да. Ах, вы хитрый, хорошо считается. А я должен подняться и теперь нажать там на Е. Так, я могу по-разному это делать, поэтому у меня есть всякие возможности. Нормально, один против пятерых. Я думаю, получится все. Погнали. А я иду. Плохо не могу по стене бегать. Я очень медленно поднимаюсь. Кстати, 6000 жизней. Я уже половину... А, нет. Так, давайте сворачивать. Этот раунд, пацаны, я затащил, я уже чувствую. Так, 3000 жизней. Может, первый раз и не получится, как я хочу, но надеюсь, будет прикольно. Блин, скинули. Вы меня подкинули назад на крышу. Так, лезем дальше. У меня получается. С разных сторон огонь ведут. Где ракета? Где ракета? Да, блин, говно. Ладно, я умер. Знаете, вы что сделали? Вы из меня сделали пустое место. На молекулы растворили. Хорошо. Мы можем. Это была пробная версия. Теперь сейчас возьму еще раз этого аниматроника, потом возьму проволочного. У него очень много жизни, и поэтому с ним шутки будут плохи. Погнали. Я прям не останавливаюсь. Тогда я немножко останавливался в сторону. А теперь мы просто лезем. Без остановки. Лезем, лезем. Черная дыра меня не берет. Отлично. У меня что-то полная жизнь. Я долез. Ах. Нет. Слабо, слабо. Я иду, я иду. Да. Есть, я долез. Ну! Пацаны, я запустил! Что будет, я не знаю. Ой! Ух ты! Даже спавнеры горят, ё-моё! 5 человек против одного аниматроника не смогли. Что ты наделал, Дима? Я все сделал. Давайте еще раз этот же дом возьмем или выше? Выше, пойдем. Давайте повыше, хорошо. Ребята, мы решили сделать... Давайте вот этот дом. Вот с этой стороны буду лезть. Здесь подиум еще таки, у меня будет как бы потяжелее все это сделать. Ставим ракету. Ложим эту бомбу. Берем веревку. Скрепляем все веревкой. И начинаем раунд. Пацаны, вы готовы? Лови. Ой, кислота пошла. А я иду себе как домой. Да все так даже как-то смотреть, можно подумать, что я иду пополам. Кислота пошла. А где все? Че тут один мочишь меня? Нормально, я окисляюсь. А, тут же ступеньки, неудобно стрелять по мне. Вы на самом верху. Я лезу без остановки. О, спасибо, вы меня подкидываете. Подкидывайте меня. Окей, куда секретное оружие, ледяные глина. А говно, блин. Скидывайте меня. Отлично, я уже доползаю до бомбы. Кстати, этот раунд тоже я взял. Очень легко. Ракета вон уже. Своего замочил. Ой-ой-ой-ой-ой. Нифига себе, черная дыра больше 1000 жизней снимает. А, отталкивает. А, говно, еще чуть-чуть. Ну. Блин. Еще пару метров я бы успел, конечно. Ну, не получилось. Пацан к успеху шел. Это мощь. Это мощь. 5 человек против одного. Тебя будут, пацаны, хардкор. Это еще почему? А потому что я лезу на стену, и у меня 8700 жизней. О, моток кабеля. Ну пусть будет моток кабеля, тоже пойдет. Так. А че вы монетку юзаете? Ну ладно, мы за нее не договаривались, поэтому... Чего? Че? Так легко? Понял. Да ну это сильно изично. Хорошо, у меня есть вот еще один метод. Это новое разработанное оружие. О, я тпхаться не могу, вот говно. А, блин. Ай. Прощай, Додикс. А чем ты меня так быстро убиваешь? Ах ты хитрый жук, хорошо. Вот так значит, да?
Да, почему бы нет? А я иду, бегу, ракету всю взрывать. Давай, ну что, сейчас вы меня остановите? Оп. Ой. Я ж могу тпхаться. Ну ты можешь монетку брать, а я могу тпхаться. Разноправные силы, ну ладно. Нормально, ты мне монетка, знаешь, уже больше половины жизни. О, блин, я упал, говно. Я лечу, лечу, все четко. Ах, а как ты меня увидел? Дай тебе упасть. Да дай упасть. Нет. Не-не-не-не. Это прикольно у нас получается. Блин, я хочу ракету взорвать на расстоянии. Во-во-во-во, ракета полетела. Чё? Зато я тебя убил. Откуда? Во, красиво, да, ребята? Да. Кстати, некоторых не убило наших. Как всегда, у нас в ролике розыгрыш «Разыгрываем Гаррис Мод». Лайк, подписка и комментарий, и вы участвуете в розыгрыше. А сейчас вы видите на экране победителя. Поздравляем, ты выиграл Гаррис Мод. Подпиши меня ВКонтакте. Давай тогда так, я могу брать любого аниматроника, а ты можешь брать админский пистолет. Так, пацаны, ко мне сейчас вообще не подходи. Я позвал своего друга. Ну, давай, иди сюда. Окей. Ты что за говно? Это честно ты считаешь, вот так, да, было? Да. Почему вы не... Это моментальная смерть, так нечестно. Что это за пушка? Каждому по этой пушке. Так, пока они выдают себе пушки, я буду идти уже к ним. Так, 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 так. Ооо. А раньше не было? Все, подорвал я вас, пацаны. Я живой остался. Ты же сказал по-честному играть, в смысле? Это по-честному, это не по-честному, что ли? Хорошо, все, давайте, ладно, я смогу по-другому все сделать. Я не твой реванш. Интити. Понял? Понял, понял. Главное, что весело. Давайте тогда эти бомбы тоже очень мощные. Да почему на меня? Давай, хотя бы... Если ты половину запустишь, Димас, то считай, что ты выиграл. Если меньше половины... Вот этого надо сейчас защитить здесь бомбы, это жесть. Мне вас жалко, пацаны. Они еще шатаются. Видно, ветер на улице и шатается. У тебя только телепортация и все. Ну и аниматроник. Ну все. Больше ничего не... Раз, два, три... Битва начинается. Защита. Можно пистолет? Пацаны, все в оба. Так, так, так. Андрей, скинь. Блин, мне очень громко слышно. Так, 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 летим вниз сюда. Блин, хотел не между домами. Ты не скин. О. Так, 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 вижу. Ух, там их движ какой большой. Димас, давай не с середины вылазить. Так, так, так. А вы меня слышите? Это мысли. А, да. Блин, говно, тут бортика нет. Вот жопа. Так, бежим. Пацаны, сюда. Всем будьте внимание, я слышал его рядом. Да не, не мам меня. Да-да-да, конечно. Прострел. Слышите меня? Ой, кто-то там упал. Патрик, прощай. Ой. Марк, прости. Обстоятельства. Так, давайте, знаете, мы сейчас вот сюда тпхнемся. Ай! Вот так вот. Андрей, скинь. Сзади, сзади. Пацаны, пацаны, как же вас замочить сзади по красоте? А вот. Вот как раз буду над домом, я думаю, по красоте. О! Летим, 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 летим. Ой, я случайно... Да ладно, увидел меня! Да. От жопа. Быстро инфу. Да я видел его реально, честно. Да? Нет. Оно ж ник светится. Так, хорошо. Ник видим. Так, слышу, всем будьте внимательны. Мы должны его убить. Вы должны меня замочить. Да. Так, как же мне это сделать? Да блин, ты чё тут рядом был? Не, ну я... Откуда? Так, сундук. Я пошёл. Отлечу, лечу, да дай убежать! А кто это сделал? Твой гранат. В смысле, выпала? Не, она тупо упала. Вот это жесть, взрыв. Так, давай, короче, напоследок, как сюда, сделаем эпические взрывы. Вы готовы, пацаны? Я все.
Не забываем ставить лайкосики, потому что это все делаем для вас. Погнали. Давай, на вылет. А зачем ты эти бомбы жесткие? Ну ладно, тоже пойдет. Ой-ой-ой. Я обратил внимание, приближается очень много. Я думаю, норм. Вау. Да они вообще красивые. Вообще все по-шикарному. Офигеть. Еще падают. О, ой. О. Офигеть. Друзья, ну что уж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!